друзья, вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и вот такой у меня патефон. Сегодня я начинаю свою очередную неделю, но это, наверное, будет не неделя, а две недели, потому как предыдущую неделю я пропустила, потому как мне не было чего вам показать. И вот перед вами, наверное, вам уже всем надоевший мой осенний сэмплер. И он еще даже не закончен. Вот так. Зато какой красивый. Куда нам торопиться, так сказать. Мы же умирать не собираемся. Не сегодня, завтра довышиваю. Ну, здесь вот обозначились уже края. Вот я дошла от края до края. Здесь край не влазит даже, видите. И здесь я пошла, и вот здесь вот он край. И что же вы думаете? Вы думаете, я не ошиблась? Естественно, я ошиблась. В этот раз я решила вышивать с нижнего левого угла. Всегда я делала из центра, а здесь я решила поменять свои привычки. И, как вы можете видеть, естественно, я ошиблась. У меня с этой стороны гораздо больше запас, чем с этой стороны. Я оставила запас только под раму. А я забыла, что здесь у меня еще должны быть отступы, воздух. Ну, короче говоря, я не знаю, как это будет. И, естественно, перешивать это все уже никто ничего не будет. Будем делать, исходить из того, что получится, что будет. Вот последний раз я вышила вот такой большой элемент. Он очень красивый. Ну, он весь этот сэмплер очень красивый. Я не устану повторять. Вот я его вам покажу чуть-чуть поближе. Смотрите, какие здесь яркие, красивые, насыщенные цвета. Восторг, восторг, восторг от этого сэмплера. Уже о нем много сказано на YouTube, сколько людей его отшило и сколько еще отошьет, но он от этого не становится хуже и не устаревает этот сэмплер. Он всегда очень красивый и выглядит он просто шикарно. Каждый элемент просто, ну, все гениальное просто. Посмотрите, какие эти цветочки. Очень миленькие. Желуди. Вот такое желудевое здесь. Дорожечка такая. Здесь с этой стороны. Вот, из моего последнего. Вот эти вот очень элементы красивые, что я вам пальцем показываю, ну, потому как у меня ничего здесь нет с собой. Посмотрите, какие интересные элементы, какие интересные цвета здесь. Такой листик. Вот этот цвет синий, чернильный даже, можно сказать. Ну, вообще-то, сам по себе, я бы не сказала, что он мне очень нравится. Вот здесь, например, смотрите, какой он невзрачненький. Как так себе. Но в сочетании с другими цветами, вот здесь, например, он очень красиво оттеняет эти все бордовые, красные. Здорово, здорово, здорово. Ну, вот это что с моим сэмплером. А сейчас я вам буду показывать сад, кухню, готовку и в общем, все. Вы только полюбуйтесь на эту красоту. Ту-ту. Красная смородина уже поспела. Может, этот кустик еще подожду собирать, хотя некоторые уже пора. А вот здесь у меня есть другой кустик. Тут уже наверняка пора. Смотрите-ка. Знаете.
Красота. Вот килограммчик красной смородины насобирался, а теперь будет у меня конфитюр. Ну, это пока месте только есть. Консервировать подождем. Ну, вот немножко малинки. Мелковатая какая-то малина в этом году. Обычно покрупнее. Может, потом будет покажу вам, как я закрываю красную смородину. Вот таким погруженным блендером я пробила всю смородину, которую я вам вчера показала. Там у меня получился килограмм. И сейчас я процежу ее, и чтобы у меня получился такой джем, как мармелад. Итак, возьмем кастрюлю, в которую я буду, собственно, делать это варенье, сито, и я сейчас буду процеживать пробитую смородину. Так, по частям я ее буду выкладывать и перетирать. Здесь это у меня здесь нету ни сахара, ни подсластителя никакого, просто пробитая миксером смородина. Так, ну вот я протерла, у меня осталось достаточно еще много этого жмыха, и я сейчас его отожму. Если у вас есть марлечка, это надо делать в марлечке, но у меня марлечки нету, зато у меня есть тоненькое такое полотенчико. Удастся тут еще выдавить из этого. Ну, вот еще тут достаточно много сока. Я не буду говорить, что перед тем, как это делать, надо вымыть руки, безусловно. Все и так это знают, прекрасно понимают. Ну вот. И жмых я вам советую не выбрасывать. Из него еще прекрасно выйдет компот. Ну, на вот это вот, на это количество где-то пол-литра компота выйдет. Или киселя, что вы предпочитаете. Я процежу мой уже процеженный еще раз. Пропущу через сито. В принципе, так. Теперь мне надо это все взвесить, чтобы узнать, сколько сахара мне использовать, потому что был килограмм, но эта смородина была не протертая, это было со всеми этими, я так полагаю, что все-таки это будет поменьше. Так, значит, сколько у нас здесь получается? 913. И миска у нас 177. Так, значит, получится 700 грамм будем брать. Значит, сахара нам потребуется 350. Так, мне надо 350 грамм делим на сахара, чтобы получилось 1 к 2, 700 грамм смородины. В этом стакане 175 грамм сахара. Я вот здесь у меня уже в моей смородине перетертой. 175 грамм сахара. Мне теперь его надо довести до кипения и прокипятить 1 минуту. Потом я добавляю вторую часть, еще 175 грамм сахара, и кипячу 4 минуты, и потом можно разливать по баночкам. А здесь вот я этот жмых, который остался у меня, я сейчас его прокипячу, даже не буду сахара добавлять,
процежу, и будет у меня компот. Ну, вот так достаточно сильно кипит это все мероприятие. И сейчас можно будет уже разливать по банкам быстро и просто. Поэтому мне нравится этот метод варки. Все закончилось. Отодвигаем. И видите, уже сейчас видно, что оно немножко тянущееся. Когда оно остынет, оно станет как мармелад. Ну, собственно, мармеладом оно и станет. Дежурная баночка, вот видите, уже и это то, что будем сейчас есть. Ну, как-то так. Очень вкусная получается это этот мармелад. Будет быстрее абрикосового. Как известно, абрикосовая уходит очень быстро. Вот и все. Вот. Результат моих страданий и стараний. Значит, ну сколько здесь? 0,5 литра варенья. Здесь 2 столовые ложки. Это у нас из килограмма смородины и 300 грамм этого сахара желатинового. Ну и вот тут столько у меня получается компота. Компот получается очень вкусный, кисленький, приятненький. Я не добавляла сахара. Кто захочет, может добавить. Сейчас я его поставлю в холодильник и тушу на терпеть. Посмотрите, как покрасилось полотенце. Чем вам не Picture This Plus? В следующий раз какую-нибудь равномерку покрашу. Не знаю, она нафига она мне нужна такого цвета, но все равно, чтобы было. Закрепить его сейчас утюгом и будет вот такое пятнистое что-то розовое. Сижу, мучаю мою бабочку. Ну, по-другому не скажешь, вот мучаю. Я вышиваю эту бабочку вот буквально по одной ниточке. Вчера я вышила вот эту ниточку коричневую, сегодня я вышила вот эту голубенькую ниточку. Все. У меня уже терпения не хватает, мелко, нитки пушатся. Ну, дизайн нравится безумно. Буду я вот это ее по ниточке все-таки лучше, чем ничего. То я их на пяльцах, то я ее на пяльцах вышивала. Но канва такая дубовая, что два прокола невозможно. И я заметила, что вышиваю в один прокол туда-сюда, мотаю только еще и держу эти пяльцы. Попробовала в очередной раз, попробовала вышивать на вот этой лапе. Ну, ой, господи. Ну, короче говоря, ни шатка, ни валка. Ну, может, хоть научусь вышивать вот так, на держателе двумя руками. Вот. Где я сейчас? Когда предполагалось дефицит воды. У нас не было воды, как я уже говорила в предыдущих видео, 4 месяца. И сейчас нам запретили поливать цветы, огород, только пользоваться для питья и для мытья. И вот полюбуйтесь, как я принимаю душ. Я ж не могу позволить, чтобы мои цветы загнулись. Я становлюсь в тазик, принимаю душ, потом из этого тазика переливаю в поливалку. И поливаю мои цветы. Ну и, короче говоря, я делаю с этой водой все так же точно. На кухне я ставлю вот этот маленький тазик, он как раз в мою раковину на кухне помещается. И если вода открывается, она все сливается туда, чтобы поливать мои цветы. А, вот так, лайфхак.
Смотрите, какая мальва у меня выросла. Она 2 года сидела, наконец-то выросла. Вот один, а вот там еще второй растет стебель. А он с меня ростом 1,70 м. Представляете, я только что чуть не уселась вот сюда. Прямо в последний момент. Кто здесь спрятался? Тебе что, холодно? Ну, замерзла. 30 градусов жары. Замерз человек. Оставим. Ну и вот в конце видео я вам покажу, на каком я этапе с моей бабочкой. Вот я, как уже говорила, по ниточке вышиваю. И она медленно, но уверенно продвигается вперед. Вот я вышила последнее, что вот эти вот красненькие пятнышки. Это уже все бабочка идет. Конечно, очень красивые цвета, очень красивые сочетания. И это бабочка, но для меня очень сложная, потому как темная канва, и как оказалось, шить на темной канве мне очень-очень сложно. Ну вот, друзья, на этом, пожалуй, все. Не особо я вас побаловала своими вышивальными, так сказать, достижениями. Ну, будем надеяться, что что-то да получится. Всем спасибо за внимание и пока-пока.